Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и остановились мы с вами в прошлой серии на том, что прибыли в Мзулфт, и у нас на карте что-то нам предлагают вернуться за резонирующим кристаллом. Нас попросили найти его, но похоже, он что ли в этой комнате где-то лежит. Интересно. О, фокусирующий кристалл, ну надо же. Так, это замечательно. Давайте побежим обратно. Я думал, придется сейчас тусоваться по всему подземелью. Вперед, вперед, вперед. Что у нас здесь? О, выход в Скайрим. Однако. Так, и где я? Карта. Но тут ничего нет. И если я отсюда сейчас куда-то свалю, то назад уже я сюда не закарабкаюсь. Это очевидно. Прискорбно. Ладно. Так, да не будем пока рисковать. Хотя, конечно, было бы круто. Можно было бы много всего отсюда вынести. Ладненько. Так, давайте засейвимся, дружище. Скажи мне, что тебе удалось найти кристалл. Не хочу тут умирать. Ха! Неужели? Я уже начал думать, что Гаврос ушел и дал себя убить, только чтобы позлить меня. Что ж, пока тут бродят фалмеры, я не могу сделать это все в одиночку. Думаю, тебе придется пойти со мной. Я все объясню по дороге. Почему бы и нет? Что сказал Гаврос? Я первый... Давайте только сделаем отдельный сейв. Не помешает. Ого! Не знаю, как ее называли двемерой. Наверняка как-то совсем непроизносимо. Все наши исследования показывают, что двемеры стремились проникнуть в природу божественного. Все эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать звездный свет, а затем, точно не знаю, как-то расщеплять его. Это я придумал заменить один из главных элементов нашим фокусирующим кристаллом. На это ушли месяцы наложения чар. Будем надеяться, что в этот раз все сделали правильно. Будем надеяться. Нифига себе тут установка. Великолепно, не правда ли? Сколько труда было вложено, чтобы запустить его снова. Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Сколько труда было, чтобы построить это? Ну давай попробуем. Обморожение, пламя, куча всего. Подождите, давайте книги, там он что-то мне дали. Знаем, тоже знаем, да? Ну и ладно, тогда, наверное, пора базировать. Или не? Ох ты, нифига себе. Так, окей. А что же теперь от меня требуется? Мать честная. Ну, я примерно догадываюсь, наверное, чтобы лучи били в каждый камень, наверное.
А может и нет. Давайте, может, надо с ним еще раз поговорить. А ну. Тебе от меня. Теперь кристалл нужно сфокусировать. Ну ведь я понял. Его создали слишком далеко отсюда. Мы знали, что нужно будет вносить коррективы. Нагрев и охлаждение заставляют кристалл увеличиваться и уменьшаться, что, в свою очередь, влияет на прохождение света через него. Тебе нужно будет использовать заклинания. Раз ты из коллегии, наверняка ты их уже знаешь. Тут где-то должны лежать учебники для начинающих. На случай, если у вас уровень обучения еще хуже, чем я слышал. Да иди ты. Теперь кристалл нужно сфокусировать. Угу. Сфокусировать, и что мне? Давайте. Разрушение. Огненная руна, да? А в другую руку сейчас зарядим. Не. Вот так вот, я думаю. Обморожение. Ни хрена непонятно. Это, конечно. Непонятненько. Так, может, надо подойти поближе? О, вы видели, работает, походу. Да, действительно, что-то меняется. Ага. Сможем вот тот вот шар докрутить. Давай, давай. Твою дивизию, а. Ой. Так, друзья мои, я тут, значит, еще минуток 5 помучился, дошел уже до того, что две кнопки заблокированы, вроде он с горем пополам попал, возможно, сейчас тоже попаду. Да. Отлично. Что это? Это совсем, совсем не то, что должно было получиться. Эта проекция должна светиться, как ночное небо. Откуда-то исходят невероятные помехи. Похоже, они идут из Винтерхолда. Что ты делаешь? Это что, попытка сорвать мою работу? Да нет, вроде. Так в чем дело? Что вы наделали?
Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Вот это интересный поворот. Я даже не знаю. Что-то пошло не так? Пошло не так? Пошло не так? Все пошло не так. Все. То, что вы там устроили у себя в коллегии, полностью погубило нашу работу. Как тебе это удалось? Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. Ты мне либо врешь, либо... У вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? А, ты видишь в виду Око Магнуса? Око Магнуса? Что ж, если я прав, как интересно. Так, о чем ты говоришь? Ты что-то ищешь, да? Посох Магнуса. Что ж, если даже ты пытаешься погубить мою работу, тут еще есть что изучать. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Именно бывал. Родилась эта идея. В Обливионе еще. Создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Важно то, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно для того, чтобы защитить Империю, разумеется. И все-таки нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сирадил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Так. Значит, посох Магнуса находится в Лабиринте? Да. Несомненно. Но сейчас это не важно, потому что я знаю, вы прячете в своей коллегии нечто еще более ценное. Совет об этом узнает. Он выяснит, что вы затеяли. По-моему, ты так долго пробыл тут, что свихнулся, а? Я? Ну да. Я полагаю, что нашел тут больше, чем мог надеяться. Твои уловки не собьют меня с толку. Окей, братан. Закончили? Походу, да. Так, карта. Можно выбираться отсюда. Побежали. Что ж, на выход. Оу. Что такое? Тебе удалось немало сделать, но лучшее еще впереди. Вот это поворот. Понял, принял, записал. Так, что у меня по переносящему весу? Нормально, еще могу что-то с собой утащить отсюда. Даже могу еще немножечко. Тут же валом всего обычно. А, ну вот, собственно. Металлолом сейчас весь позабираем. Еще две вещички могу взять. Такие наиболее необычные. Так,
Так-ка, где они? Эти вещички. О, гироскопчик берем. Череп мне не очень нужен. По-моему, все максимум, да? Да. Можно выбираться. Здесь же выход. Да, вон он. Было бы здорово сюда вернуться именно через этот выход. Так, давайте осмотримся, есть ли здесь какой-то вход сюда, как можно было бы забраться. Нет, по этим горам я не заберусь. Я тут уже и сам, наверное, не заберусь, а не заберусь. Окей. Так, ну понятно. Тут точно не забраться. Что ж, хорошо, карта. Отправляемся. Непосредственно нам вообще нужно в Винтерхолд, но я должен отправиться в Вайтран. Пока что в Вайтран. Мне надо скинуть все эти ингредиенты, которые я понадобывал. Двимерские и не только. Как с этим закончу, можно будет вернуться. Что тут такое? Только лучшее оружие и брать. Ага, окей, что по времени. 7 часов вечера. Ты уже, походу, должна не работать. Какая-то. Это что, дождь, что ли, так? О! Можно это все просто переплавить. Хм. Вон оно что. Понятно, я-то думал. Теперь все понятненько. Все. Походу, да. Ё-моё. Что тут происходит? Как-то очень странно текстурки прогрузились. У нас имел... Погляди. Мне нужна... Вот так вот. Полоски, да. Ну и все. С тобой приятно иметь дело. А где твоя дочурка? А, походу, вон она. Уважаемая. Доводи только лучшее оружие и броня. Это же хорошо. Блин, ну. У тебя прям вообще ничего нет, ясно. Не теряй бдительности. Окей. Урываемся. Наконец-то мы дома. Так. Ого. Двимерский металлолом скину в другое место. Конечно, было бы замечательно съездить, а за ним еще раз туда. По всей видимости, не один раз. Хорошо. А в эту тумбу у нас складывается все подряд.
Двимерская, имею в виду. Да. Опа, малахитовую руду не выложил. Однако. Замечательно. Что тебе нужно, мой? Пока ничего, я так тут проездом. О, перчи надо выложить. Стеклянную броньку тоже. А это сюда. Одежда. Хопа. И хопа. Так, что у нас еще тут по предметам? Книги. Книги здесь вроде хранятся. Да. Книги. Прочли. Закрыли. Скинули. Ага, так это у нас квестовая какая-то штука. Я уже даже и не знаю, где квестовая, где нет. Бонитовый меч, сердце Дейдера, черный камень душ, генератор Центуриона. Интересно. Так, ну а дальше барахлишко. Замечательно. По оружию есть ли у меня... А, конечно, есть у меня, я же там дайдрическую эту. Булаву тягаю. О, выложить ее. Другое дело. Лук пламени туда же. Так. 238. Ну, неплохо. Можно смотаться к девчульке. Купить у нее потион. В котелке Аркадии. Есть у нее тут интересненькое что-то, я думаю. Что тебе нужно, друг мой? А поучиться алхимии можно? О! Цена еще нормальная. Это круто. На продажу. Да нет, я на продажу хотел. О, так а значит у тебя куча денег. А это я тебе сейчас продам тогда что-нибудь. Что-нибудь очень дорогое. Только есть ли у меня дорогое что-то? Не уверен. Давай вот так продать. Нет, карманник оставлю. Продать. Меткость тоже оставлю. Может пригодится. Продать. Оставим. Блин, хоть беги домой, а. У меня там дома валом. О! Слабое зелье мороза. О! То, что нужно. Переносимый вес на 50 оставлю. Ого, сильнее на 100%. Ну тоже, наверное, пусть будет.
Замечательно. Так, и у тебя что-то... Ого, зелье невидимости 1500. Это, конечно, мощно. Вот это возьму. Интересно, если я сейчас быстренько домой сбегаю. О, зелье взломщика тоже возьму. Так, ладно. Сейчас быстренько. Ты главное только не это, не закрывайся. Буквально один момент. Ошиблись адресом? Сейчас я отсюда наберу. Да, давай. Чего у меня тут много? Так, опа. Что-то мне кажется, этого будет достаточно. Ну давайте возьмем побольше. Светящийся гриб. Спасибо. Не нужен. О! Все, этого точно хватит. Главное, чтобы она не закрылась там. Котелок Аркадий. Главное, чтобы у тебя мои деньги были. А если нет, может это найдется на складе? Эй, ты где? Не-не-не, ну только не говорите, что она ушла. Эти братья, так тебя интересуют мои земли? Блин, 1400, ну ты издеваешься, а. Ой, капец. Ну ладно, что ж. Это, конечно, прискорбно. Блин, а не успел я. Ого. Сопротивление ядом, замечательно. Что еще могу продать? 57 золота есть. Оп. Прощай. До свидульки. Надо просто в следующий раз, когда я буду обучаться у нее чему-то, чтобы сразу взять с собой зелья все и парить ей. Денежку отдал, зелье ей вкинул и вернул сразу всю капусту. Так, мне надо теперь выложить зелье. Сильно много. Повышение здоровья. Спасибо, не надо. Сопротивление магии туда же. Огню, холоду.
Уж больно много. Так, где? Ага, яды, вот. Опустошение сил. Такое барахло. Да. Слабое зелье лечения пусть будет. Это дело такое, разлетится быстро. Зелье магии, я думаю, тоже можно выложить. Запас сил. 21 бутылка. Обалдеть. Хорошо. Так, теперь возвращаемся в... Кстати, я хотел такой небольшой, можно сказать, лайфхак заюзать. Я не знаю, получится он или нет. Сейчас посмотрим. Я хотел сделать такой финт ушами. Сесть на коня. И отправиться сюда. Ну, возможно, если я... О, кстати, а если б я с собой взял соратничка? Кстати, это тоже вариант. А ну-ка, карта назад. Может, я мог бы выгрузить все ему? Я, правда, не уверен, есть ли у него какой-то ограничитель по переносящему грузу. Но если нету, это, блин, вообще жесть. Я сюда-то? Мне не сюда нужно было. Ну, подгрузить авто. Мне нужно было к себе на ферму. Там на ферме я могу девчулю с собой позвать. Так. Не, ждать не надо. Мне слезть можно? О. Хорошо. Уважаемая. Я твой меч и твой щит. Так. Следуй за мной, мне нужна Иди твоя помощь. Там. Мой меч в твоем распоряжении. И куда ты пошла? Родная, я ж сказал, мне нужна помощь. А? Да, мой Тан, тебе что-нибудь нужно? Тогда давай, я... двигай за мной. Так, отправляемся. Мзулфт. Так, погнали. Вход в Двемерский город. Внутри будут странные ловушки и машины на любой вкус. Спасибо, капитан. Так, а теперь за мной. Самое время быть готовым ко всему. И где она? Ага, вон она. А вот и сундучок. Опа. И насколько я перегружен? Намного.
Тебе что-нибудь нужно? Да. Ладно. Что? Что? Тебе еще что-то нужно? Пойдем. А. Конечно, там. Чем могу помочь? Так, я хочу тебе отдать кое-что, и этого будет очень много. Почему я не могу отдать? Ага. Понятно. Не тут-то было, да? Все-таки не может она очень много тягать на себе. Ладно, попробуем выйти, сесть на лошадь. Возможно, получится. Конечно, передвигаться. Оу. Не знаю, что это было. Но что-то явно не совсем хорошее. Давай. Догоняй, не отставай. Где мой конь? А вот и конь. Так, а ну-ка. Карта и быстрое путешествие теперь. Есть. Это круто, это то, что и нужно было. Это, конечно, замечательно. Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Так, идем на переплавку. Медленно, но уверенно. Ловильно, наконец-то. Разное, поехали. Все? Я все равно перегружен. Тебе что-нибудь нужно? Конечно, там. Чем могу помочь? А, давай. Это. Отлично. Веди, мой там. Годнота. Все, двигаем, значит, назад, в дом свой. Там сейчас сброшу. Прошу тебя прекратить. Да, да. Ну вот. Хорошо, что мы с этим разобрались. Конечно. Ныкаемся. Блин, а как же медленно. Давайте наверх. И к тумбочке. Фух. Стоять, я ж скинуть должен. Еще шестерни нельзя. Печальненько. Ого, 122 двемерских слитка. Это я, конечно, мощно.
Так. Ай, это не надо было. Ну ладно, уже скинул, так скинул. Долгой жизни тебе там. Ну давай. Ну, будем считать, что поставил. Так, разная. Аметисты. Раз, два, три. Бриллиант, гранат, рубин. Еще бриллиант. Жменька гранатов. Изумруд. Руду трогать не будем. Пара сапфирчиков. Замечательно. Прыжочек. Хова. А здесь что у нас? Скинем хитин сюда. Давай, где он там? Хорошо. А сюда все слитки. Коих у нас огромное множество. Сотня, да? Бах, выкинул. Руда. Малахит. Ну, это хорошо. Я бы мог, знаете, даже как сделать? Я бы мог прийти, допустим, в эту тумбу. О, ладно. В комодик, может. И, возможно, выложить сюда просто все подряд. Для того, чтобы пойти в эти руины и вынести оттуда как можно больше. Вот только я сапоги заберу. Так, зелья. Все складируем. Да. Все быстро выкладываем. Давай. Сейчас все это дело выложу. И я думаю... Да. Окей. Ах, мерзавец. Палец не дается. Ладно. Книги не надо, ключи тоже разные. Камни душ, давай выложим их. Быстренько, ова. Быстро, ага. О, годно. Выкладываем, да, все это дело базируем здесь. Да. Не. Сколок Этерия нельзя. Факел тоже нахрен. Ингредиенты все легкие. Одежду я все выложил. Кирка. Скинул кирку. Все, 31 кило у меня. Поехали. Сейчас, я думаю, должна, по идее, быть за дверью моя лошадь. Как мне кажется. Но это не точно. Блин, а. Где ж мне моего коня искать? А ну-ка. Может, в конюшнях? Не, нифига это не... А, о, мой конь. Хоба. Погнали. Карта. Жух. И вылетаем в Мзулфт.
Сейчас мы с Мзулфта вынесем. Я надеюсь, много всего. Беги, конь. Спрыгиваем. Так, друзья мои, думаю, на этом мы с вами остановимся. Всем спасибо за просмотр и продолжим вынос материалов Мзулфта в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.